Тепло пошло. У жилевом фонде Гомельской области сегодня начали включать отопление. Отповедное распоряжение подрихтовано областным выконавшим комитете. На чарзе РАИ гарвыканкамы. Подавать тепло у кватеры будут поступово. На это спотребится несколько дней. Нагадаем, что отопление у объектах социальной сферы начали включать с 29 вересня. У регионе все теплокрыницы и споживцы отримали пашпорты готовности. Жилфонд так само подрихтованы до нового сезона.